Вы на канале компании Food Service. Предлагаем вашему вниманию обзор аппарата для шаурмы Remta SD17. Оборудование торговой марки Remta производится в Турции и включает в себя большой спектр различных аппаратов. Более подробно на сайте компании Food Service. Что касается аппаратов для шаурмы, то производитель имеет в своем арсенале более 10 вариантов их конфигураций. Оборудование может быть электрическим или газовым и отличается производительностью. Грили для шаурмы Remta поставляются в частично разобранном виде и требуют сборки. Одна из четырех нержавеющих труб имеет резьбу на торце, предназначена для поддержки шампура. Устанавливается под нагревателями и фиксируется специальным винтом сзади. На трубу вставляем нижний держатель шампура. Две трубы вставляем в нижние углы аппарата до упора. Их фиксация не нужна. На эти трубы ставим поддон. Последнюю трубу закрепляем сверху. И устанавливаем верхний держатель шампура. Предусмотрено два варианта крепления шампура. При необходимости вращения вручную шампур вставляем в кольцо. Кольцо должно быть с левой стороны. Если аппарат с приводом, то на фиксирующий Т-образный винт накручиваем контргайку. Вставляем в держатель двигатель, фиксируем винтом и затягиваем контргайкой. Вставляем шампур с диском и аппарат готов к работе. Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали. Задняя панель, которая не контактирует с продуктом, из оцинкованной стали. Поддон для жира прямоугольной формы из нержавеющей стали. В данной модели вращение шампура происходит в автоматическом режиме с помощью двигателя. Это обеспечивает равномерную обжарку продукта. Двигатель включается отдельным регулятором. Общая потребляемая мощность модели составляет 5,8 кВт. Нагревательная панель имеет 4 зоны нагрева. Управление ими осуществляется соответствующими трехпозиционными переключателями Legrand. Каждая зона имеет два режима мощности – 50% и 100%. Особое внимание хочется уделить именно нагревательной панели. В электрических аппаратах данного типа спирали скрыты за жаростойкой стеклокерамической поверхностью. Она характеризуется высокой теплопроводностью, экономичностью, быстрым выходом на рабочую температуру и удобством обслуживания. Размер нагревательной панели в аппарате SD17 составляет 17,5 на 62 см. В отличие от теновых аппаратов, где остатки продукта и жира со временем просто свисают с тенов и убрать их практически нереально, стеклокерамические аппараты очень легко очищать. Достаточно дождаться полного охлаждения прибора и только после этого протереть влажной тряпкой. Внимание! Обслуживать, очищать и протирать аппарат разрешается только после отключения прибора от электросети и при полном охлаждении всех нагревательных элементов и узлов аппарата. Если стеклокерамическая поверхность будет горячей, при попадании, например, холодной воды, она треснет. Чтобы определиться, какая именно модель вам подойдет, ответьте на один простой вопрос. Сколько килограмм продукта нужно загрузить за один раз? Как правило, в характеристиках производитель указывает параметр «загрузка мяса в килограммах», но практика показала, этого недостаточно. Специалисты компании Food Service рекомендуют обращать внимание на рабочую длину шампура. Именно та длина, где происходит фактическая жарка продукта. Это позволит вам не ошибиться в выборе. В данной модели SD17 рабочая длина шампура составляет 62 см. Общая 80 сантиметров. Поэтому в зависимости от производительности торговой точки вы можете выбрать аппарат с необходимой загрузкой. А в случае отсутствия возможности подключения к электросети предусмотрены аппараты, которые работают на сжиженном газе. Доступная цена, широкий модельный ряд, высокое качество сборки и удобство обслуживания – безусловные преимущества данных аппаратов. Компания Food Service имеет свой собственный сервисный центр. Здесь всегда можно приобрести необходимые запчасти, дополнительные
дополнительные шампуры, диски и другие комплектующие. Также специалисты компании Foodservice с радостью помогут подобрать необходимый набор аксессуаров. Ножи, щипцы, шпатели, скребки, упаковка – все есть на сайте компании Foodservice. Детальное описание, цены, характеристики на аппараты шаурмы и все оборудование торговой марки Remto можете посмотреть на сайте компании по ссылке в описании снизу под этим видео. Подписывайтесь на канал компании Foodservice, комментируйте, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры. До встречи!